Добрый день, дорогие друзья, и вновь я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить запеченные рулетики из баклажанов с мясным фаршем. Для приготовления данного блюда нам необходимы будут следующие продукты. Баклажаны 3 штуки, перец болгарский красный 1 штука. Фарш готовый, у меня уже фарш с добавлением всех специй 200 грамм. Морковь 100 грамм или 1 штука. Сыр 100 грамм. Кунжут, семечки кунжута 2 столовые ложки. Небольшой пучок петрушки и масло подсолнечное для обжарки. Итак, первым делом нам необходимо подготовить баклажаны. Для этого мы берем баклажан, срезаем хвостик. У меня баклажаны уже помытые, чистенькие. И нарезаем тоненькие полосочки. Нарезали полосочки, и теперь баклажаны опускаем в подсоленную воду для того, чтобы вода забрала всю горечь. Можно чем-то прижать. Сейчас что-нибудь придумаем, и я прижму чем-то, чтобы полностью погрузились баклажаны в воду. И оставляем в подсоленной воде баклажаны минут на 20-30. Пока наши баклажаны находятся в подсоленной воде, мы готовим начинку для рулетиков. Берем перчик и начинаем его готовить. Начинаем нарезать. Далее режем петрушку. Далее натираем на терке крупной сыр. И добавляем в сыр семечки кунжута. Далее готовим начинку. Берем сковородочку или маленькую кастрюльку, как кому удобно, наливаем в нее подсолнечное масло. И нагреваем. В разогретую посуду добавляем перец. Добавляем петрушку.
Итак, начинка наша готова. Отставляем ее в сторону. И приготовьте, пожалуйста, сковороду, чтобы обжарить баклажаны. Прошло 30 минут. Я слила воду с баклажанов и немного их посолила и поперчила. Сейчас мы будем их обжаривать в сковороде. Нагреваем сковороду и наливаем подсолнечное масло. Я лью достаточное количество, потому что баклажаны впитывают масло хорошо. У меня после нарезки пластов баклажанов остались толстые части. Я толстые части порезала на кусочки и тоже их оставила. Далее берем форму для выпекания, наливаем в нее немного подсолнечного масла и смазываем. Смазали и отставляем. Ну и теперь готовимся непосредственно к формированию рулетиков. Значит, смотрите, рулетики должны хорошенечко остыть, иначе в горячем виде их будет трудно скручивать. Выкладываем баклажан и кладем в него начинку. Затем берем и скручиваем рулетик. Вот такой вот рулетик у нас получился. И выкладываем сразу в форму. Последний рулетик. Подбираем всю начинку, которая у вас осталась на рабочей поверхности. У нас все чистенько, поэтому волноваться по этому поводу не нужно. Вот как раз начинки у нас на 3 баклажана. Далее я высыпаю тоже обжаренные баклажаны, оставшиеся сверху.
какая красота у нас получилась. И сейчас смотрите, что мы будем делать дальше. Берем сыр с кунжутным семенем перемешанный и сверху посыпаем. Еще тоже, вот сейчас я подумала, можно добавить немножечко водички, если вы хотите, чтобы они были такие более мягкие и сочные, и немножечко как бы распадались. И добавить немного соуса или кетчупа. Я немножечко налила кетчуп. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим баклажаны минут на 20-25. Наши рулетики готовы. Время выпекания составило 25 минут. Получилось блюдо очень нарядным, очень ароматным, и я уверена, что это очень вкусно. Дорогие друзья, я надеюсь на то, что это видео вам понравилось, и вы воспользуетесь этим рецептом. Мне будет очень приятно, если вы оставите комментарии под этим видео. Те, кто впервые зашел на канал, подпишитесь и поставите лайк. Ну а я со всеми прощаюсь и до новых встреч на канале «Новая жизнь» Гюнюль в Анталии. Всем пока-пока!